Ребятушки мои, смотрим мой любимый клип. Короче, я сегодня буду записывать, записывать, а завтра, наверное, выкладывать, выкладывать. Вот. Мой любимый клип Smart Prediction. Ну, вообще-то, клипы Smart Prediction все хорошие. Вот, правда, все хорошие, потому что она отменная танцовщица. Суперская прям, но я ее обожаю. Вот. Но в фильме Девдас. Вообще, в первом фильме я просто этот клип не нашла. У меня самый любимый с ней клип, с чего у меня началась любовь к ней, это с фильма «Каприз», где она танцевала в зеленом платье на то ли на каком-то мероприятии, то ли на чьей-то свадьбе, я вот точно не помню. Вот после этого клипа, как я увидела в этом фильме этот клип, я все влюбилась в матку, я влюбилась в ее танцы и в ее жесты в танцах. И вообще я полюбила катхак. Вообще очень сильно полюбила. Вот. И мне все равно кажется, что никто с ней не сравнится в танцах катхак. Вот. Ну что, смотрим? Кахечери мухи вроде называется. Из фильма. दामिनी दाम खत चाल मतवारी चाल मतवारी चाल मतवारी सरक धड़क 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 धड़क
धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क Как вам? Как вам? Ну, нет, наверное, тех людей, которые не смотрели фильм «Дудас», естественно. И многим, конечно, нравится Ашварай Рай в этом фильме. Ну, все-таки главная роль. И, но, мне всегда, даже когда первый раз я этот фильм посмотрела, мне больше нравилась роль Матвей Дыкши. Не знаю, почему, не знаю. Хотя Шварайра я тоже очень люблю. Но все-таки по душе, в душе у меня всегда все-таки лежит Матвей Дыкши. Вот. И говорят, что Шварайра даже лучше, чем Матхури. Нет. Нет, ребятушки. Аш тоже очень хорошо танцует, но до Матхури ей далеко, конечно. Ну, это мое мнение. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки, а я всегда с вами. Бай-бай, пока.